Человек так уверенно режет эту шишку у себя острейшим лезвием на ноге, что становится даже не по себе. Но после становится понятно, что нога в парафине или воске. Возможно, это был просто грим. Но также это отличный способ, чтобы сделать слепок ноги. Для изготовления индивидуальных ортопедических стелек или даже специальных ботинок для подъема в горы. Этот мужчина очень опасно орудует бритвой, не боясь повредить ногу. Даже тогда, когда он находится в непосредственной близости с человеческой кожей, он не боится соскабливать весь парафин с ноги. Кстати, под парафином нет никаких ожогов, ведь есть такие виды воска, которые плавятся при достаточно невысокой температуре.